Так, і ми знову повертаємося в нашу ранкову студію. І знаєте, сьогодні зранку вже несеться корисна позитивна інформація. І ми намагаємося щоранку знайомити вас з професіоналами своєї справи або з людьми, які знаєте, ну от мають час у вашому житті все ж таки побути. Ми маємо вас з ними познайомити. І інколи ми боїмося змін. Проте їх не потрібно боятися взагалі ніколи і бути відкритими до них, і навіть спробувати інколи змінити професію. А, ти знаєш, я так подумав, що можна змінити проф... професію будь-коли, і в майбутньому, можливо, я також скажу, що «Ай, це не моє, і стану кимось іншим». І сьогодні є така людина, яка завітала до нас Наталія Хабарова, учасниця благодійного фонду Життєлюб. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, у нас сьогодні такий день відважних. Ми його відзначаємо все ж таки, так хочемо святкувати і запросили uh -huh. вас, тому що дуже багато людей бояться змінювати професію, бояться змінювати своє життя. І ми знаємо вашу таку цікаву історію про те, що до потрапляння саме в цю організацію Життєлюб, а ви 30 років здається працювали інженером. 20. 20 років. Чи могли б ви розповісти, чим ви ще займалися до того моменту, поки потрапили в цю організацію? <у> а, ну, а, у, 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 Чесно говоря, я хотіла стати архітектором самого з самого, самого дитинства. Але Так сложилось, що в той час була модно інженерна професія, модно престижна. И как бы никто не спрашивал мнение родителей. С мнением родителей тогда еще считались, я попала в КПИ. А когда в 90-е начались проблемы, инженерная профессия не была уже такая престижная, так сложилось, что я попала в бухгалтерию. И проработала там успешно, сделала карьеру, выросла до главного бухгалтера, а потом до финансового директора. А потом жизнь сделала новый крутой поворот. Я вышла замуж, родила ребенка и застряла дома на 10 лет. 10 лет, такой большой срок, когда я вышла на улицу, оглянулась по сторонам, я поняла, что ну, как-то сложно мне уже вписываться, сложно разговаривать с людьми, честно говоря. Но пришлось, потому что, потому что а мы опять расстались с мужем, и у меня был на руках ребенок 12 лет. И у меня уже были курсы. Наверное, меня спасает то, что я люблю учиться. У меня уже за спиной были курсы ландшафтного дизайнера. Я, правда, планировали покупать дом, и я должна была делать там ландшафт. И как-то это был тот момент, когда эта профессия была востребована. Я думаю, так, такого большого количества, как сейчас, дизайнеров еще не было. И у меня, я даже не знаю, откуда появились клиенты. Ну, просто как бы сразу. А вы сейчас э, флорист или ландшафтный дизайнер? Что ж таки? А, нет, я проработала ландшафтным дизайнером около 20 лет еще. А, а потом как-то тоже стал меняться рынок. На рынок вышли более крупные компании. Маленькие, а, вот такие вот самостоятельные компании, они как-то ушли на задний план. Но ну, я решила, что можно передохнуть, но передохнуть не очень получается, потому что пенсия небольшая, и надо работать. И тут я попала в Жизнелюб. Отличная организация, мне нравится. Мне нравится то, что у них есть как бы по интересам разные направления. Есть, они кормят обедами людей на улице, которые нуждаются, они разводят людям, которые нуждаются, продукты, они устраивают разные концерты и мероприятия для людей 50 плюс, как они деликатно называют. И у них появилось обучение. Обучение от профессионалов. Это был Алексей Перекрестов, продажи и руководитель отдела продаж. И плюс у них еще был такой проект, переплыть озеро Орта в Италии 4,5 километра. Ого, так. Да. І це бажаючі могли поїхати переплити? чи як? Ну, бажаючі пішли тренуватися спочатку. <ріст> 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 Бажаючих було багато, але витримали не всі. І зараз тренуються е, дві дівчинки і один хлопчик. Ого, дівчинки 50, плюс, і хлопчик вже 60, плюс, мабуть. И они уже проплывают сейчас по 6 километров. Участвуют в местных из-за локдауна они, ну, поехать не смогли. И сейчас участвуют в разных местных в Одессе, в Украине, в Житомире. Они плавают. Ну, если будет интересно, покажу вам их на Фейсбуке. Потрясающие люди. И одна из этих девушек Янина, она обмолвилась, что она флорист. Когда а мы в раздевалке с ней там, еще тренировались вместе, она обмолвилась, что я говорю: всю жизнь мечтала, возьми меня с собой. И оказалось, что в праздничные дни потребность во флористах очень большая, потому что все у нас в Украине любят букеты, не все могут их доставлять. Интернет-магазины флористики сейчас очень популярны. И она взяла меня с собой. Позвонила, дала номер директора, говорит, только надо будет собеседование по телефону. Я говорю, а что говорить? Он говорит, говорит, что ты все знаешь, все умеешь. Ну, я позвонила, набрала воздух и в воздухе в легкие и сказала, что да, я все знаю, я все умею. А я к тому моменту сейчас расскажу, уже получилось на курсах благодаря опять же жизнелюбу. И вот э, директор спрашивает, а сколько букетов вы можете сделать за час? Я говорю, восемь. Он посмеялся, но <laughs> меня взял. <laughs> я потом поняла, что <laughs> я немножко преувеличила. <смех> <смех> но это было 14 февраля. Я еще так туда-сюда, а 8 там было 6, 7, 8, и в ночь с 8 на 9 я уже это работала. Барзень, да, но я уже делала такие самые сложные букеты. А не ставилось -то у вас скептичесче, что у вас немает опыта, то, что э, вы приходите и говорите, я уже 8 букетов, а на самом деле это что-то реально сделать 8? Ну, no, а это был интернет-магазин в подвале, там 40 человек. Рядом есть друзья, которые там подскажут, помогут. И с такой скоростью там надо работать, что ты учишься просто мгновенно. Когда у тебя стоит задача, тебе некогда думать, ты можешь, не можешь, ты берешь и делаешь. Знаешь, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Но у меня же все таки был, опять же, благодаря жизнелюбу, у них есть такое мероприятие, как день возрастного или взрослого стажера. И они отправляют самых отчаянных в разные компании города Киева, которые согласны на этот эксперимент, на неделю. А, вот и меня, я уже у них получилась на курсах, и меня отправили а, учиться на бариста. Mm -hmm. Ну, я подумала, бариста, не флориста, <laughs> ну, выбора нет, думаю, ладно, тоже интересно, но хотя бы буду понимать. Я уже тогда знакома была с несколькими баристами и поняла, что тоже интересно. Да ладно, думаю, поучусь. И когда мы пришли в это кафе, ну, тоже смешная история, красноармейская, подворотня, гаражи. И я такая думаю, интересно, какой тут контингент пьет кофе. И потом вечером разговариваю с подружкой моей дочери, ей 22 тогда было. И она говорит, ну кто-кто, мы с Дашей. Ага. И это было так смешно. Вот. Ну, в общем, да, прихожу туда, и приходит наш куратор Татьяна из Жизнелюба. И я говорю, Таня, ну, как бы хотелось на флориста, она говорит, ну ладно, я запишу в следующий раз. Я прихожу вечером домой, звонит Таня, говорит, человек заболел, можешь ехать. И я попадаю в самую модную такую компанию, одну из самых модных, Фиори, э -э, на курс. Ну как бы нас не очень-то звали учиться, а взяли как э, помощников. Uh -huh. То есть мы там разносили э, воду, меняли в цветах, подавали краски, там, обслуживали. Ну, ми встигли присісти на кришки стола, записати лекції, задати питання і навіть спробувати складати букети. Скажіть, будь ласка, просто дуже багато там моїх однолітків вони інколи бояться змін. І це така, мабуть, проблема ну, у більшості людей. Як вони побоялися взагалі максимально так змінити, тобто інженер, 20 років, вже стаж, а потім якось Надольно это свое життя и баристы, и потім будешь заниматься тем, чем ты хочешь, ну, взагалі не зважать на ничто. А, ну, во-первых, страшно, кто мне скажет, что не страшно. Страшно, ужасно. Каждый раз, даже хоть 25 раз будешь менять, все равно страшно. Любой переход. Любое изменение это в жизни всегда страшно. Потому что это неизвестность так хорошо тут сидеть дома, ничего не делать, воспитывать ребенка, варить супы. Ну, приходится. И как-то, да, мне повезло. Везло на хороших людей. Когда-то еще на заре туманной юности, когда Эцхак Пентасевич еще не был такой крутой, я где-то с ним пересеклась на каком-то тренинге случайно. Меня позвала подруга. И я вынесла оттуда, ну, знаете, как говорят, если ты с тренинга выносишь хотя бы одну какую-то мысль, то это уже очень много. Он сказал такую фразу, там, где страшно, там успех. Ух ты! Ну и все. И это я повторяла как мантру. Эту фразу, когда действительно было... Ну страшно-ужасно. Тем более вот сейчас уже, конечно, возраст на тебя смотрит иначе. В нашей стране это очень заметно когда человека списывают после пенсии просто списываются счетов и это сложно но вот этот опыт работы в интернет-магазине я поняла что обычно компании цветочные приглашают и пишут детей не должно быть или они должны быть в 25 лет уже взрослые короче до 35 и ты понимаешь что да ну, многие компании хотят чтобы лицо компании которая стоит за прилавком и красивые цветы продает чтобы оно было моложе скажем так. А мне кажется, это очень мило, когда так приходишь, это ты, наверное, маму встречаешь с квитом. Да, у меня пришел иностранец. Расскажу сейчас тоже. Да, говорю. А, и когда я поработала в интернет-магазине, я подумала, ну вот, это оно. Там лица не надо, руки... Делай, что хочешь. Да, там, допустим, не такой большой репертуар, потому что мне нравится работать с людьми. Конкретно. И ну заказчикам живым, ну думаю, ну есть издержки, но работать можно. То есть всегда можно найти свою нишу, немножко посмотреть по сторонам и, и ну может это не сразу твоя мечта, но она выведет, кривая вывезет. Mm -hmm. А какой следующий этап в вашем жизни вы видите? Может, вы свете, хотите открыть квитковый магазин? А mm -hmm. может, прыгать с парашютом? Нет, <laughs> <laughs> nee, 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 nee. nee, нет, у меня в жизни достаточно было. Точно не буду прыгать с парашютом. У нас хватает в жизни разных экстримов. Свой бизнес тоже не хочу, ну, потому что ландшафтным дизайнером я и занималась. Это был мой бизнес. Я нанимала людей. Газончики, поливщики, дорожки. Надо было всех контролировать всех отвечать, работала с вип-клиентами. Есть свои особенности, да, есть свои прелести, потому что заработки другие, но ну нет, не знаю. Это нужна как-то очень хорошая поддержка компания, людей хороших, ответственных. Ну, пока буду совершенствоваться в этом бизнесе, во флористике. Сейчас работаю в компании Тори. Тоже ей огромное спасибо, потому что я пришла и меня сразу взяли. Но я потом поняла, что брали все. Но для меня это было просто вот, вот счастье, когда мне сказали, ну идите, работайте. И все, думаю, вот так вот и все. Да, потом оказалось сложно, что как-то надо завоевывать там свое место, что это тоже интернет-магазин, и ты 12 часов на ногах, не приседая, стульев нет, что постоянно ты задерживаешься, если там что-то не успеваешь. Но это интересно, прикольно. А скажи, а сколько букетов реально за годину вы можете скласти? Ну, смотря какой букет, если это, допустим, я вам скажу такой, есть подготовительные работы. Если приходит заказчик, и пока, пока ты с ним поговоришь, договоришься, выберите репертуар. Если это даже из интернета по картинке букет, который ты делаешь, холодильник там в холодильнике на первом этаже не все есть ты бежишь на второй этаж то есть вот эти все розы не зачищены ее нужно если стоит рядом помощник флориста и тебе подает но ну, не знаю у нас девочки по 30 делают букетов за 20, нет за день а, за рабочий. Ух, я думаю ого. Нет, нет ну можно быстрее если это не сложные букеты зачищенные цветы лежат под рукой І на no, 8 марта посмотрим. <соць> там уже не думаш, що иці А там дальше вже <соць> буде <соць> <и> красно.. <соць> да, да, да. Екзамени. скажіть, будь ласка, знаєте, наприклад, ну, поговорити про те, що потрібно знати, щоб не боятися ось так от експериментувати і змінювати професію. Наприклад, від вас, чи є якісь поради? Ми зрозуміли, що страшно, так, це є. Але можливо, потрібно якось підготовлювати до цього, як у вас було з курсами. Можливо, у вас є ще якісь ваші поради, або те, що вам рухало, чому ви все ж таки наважувалися на ці зміни, навіть ну, незважаючи на страх? Ну, от я ще спомніла ще одну. Рекомендацию от Ицхака Пентасевича: если кто-то это сделал, то можешь и ты. Ну, когда ты приходишь даже на собеседование или в другую компанию, ты думаешь, да тут миллион мне тебя и все все могут. Ну нет, ну нет, оказывается, что и ты что-то можешь. Если я сегодня не самый быстрый флорист, я лучше всех работаю с клиентами. С вредными клиентами. Уже девочки знают, если там появляются капризные, они зовут меня. Плюс тоже для меня было откровение, была удивлена английский язык. Никто вот зашел иностранец, и все так спрятались, а я с ним разговаривала. И вот опять же, этот иностранец рассказал: мне моя мама тоже очень любит цветы. Ему было приятно, что я ему складываю букет. Он мне рассказал, для кого, почему. Еще одна иностранка рассказала, что она здесь, но она собирается ехать в Таиланд, но пока нет визы, а букет она собирает для парикмахера. И тра та та и тра та та Ну, как коуч, надо задать правильный вопрос. Человек тебе пока ты собираешь, ты, он тебе что-нибудь рассказывает. Учишь, подучиваешь язык заодно. Якщо чесно, я зараз сижу на посмішці і розумію, яка ви класна, е, і те, що ви не побоялися, те, що ви весь час розвивалися на коучі, ходили, і те, що ви шукали можливість, е, і навіть знаєте, і потім можливо зараз ви 20 років просвячуєте одні професія, але це не вирок. Можна змінити усе і потім почуватися так круто, як зараз почуваєтеся ви. Я б сказав би, що як мама мені зараз дали апарати, що змінюйте, просто не бійтеся. Страшно, звичайно, що страшно. Надаємо, що нас була Наталія Хаварова, учасниця благодійного фонду життєлюб. Дякуємо вам ще раз за те, що до нас завітали і розказали таких класних ідей і порад. Котре дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше, але не забувайте ваші пальці вверх, ваші підписки і ваші дзвіночки нам це дуже важливо.